Пинжу удаляем. Фига, никто не прошарил за мое место фарма. Нейтрализация бомбы вонючек. Чё? Я нашел место, где этих бомбы вонючек накидали прям дохуя, никто не убирает это, блядь. Чё? Около замка. Самого, блядь. Оп, подожди, запишу себе. Седлайте скакунов! Пора испытать ваш зверинец в ездомании! О, убрал. Все нормально. Быстренько. Как можно быстрее призовите того же скакуна, что и я, и заработайте очки. А дальше у нас... Anything you want? Anything you need? Sabrina? Everything you need? Everything you desire? And on fire. Итак, следующий скакун. Чё, идём? Идём, идём. Куда? Сначала всадник, а потом данжики. Итак, следующий скакун. Заведёшь? А ты мне при... А, ты тут уже? Сюда, я заведу. Ты меня пригласил. А дальше у нас... А ты быстро. Только не говори, что продал плащ. Не продал, и что он не отображается. Еще никто не принял? А, это ж, блядь, все, я понял, дебил. Я думал, уже нашлось. Все, я тогда быстренько сейчас этот. Вот тут, если что. Стояло зерно, блядь, из Андерала. Сейчас Кальтердинская хуйня стоит. Они поменяли? То самое зерно, которое мы, блядь, вчера челиком раздали в Стратхольме. Так. Кто был первым аспектом синих драконов? Манего, спасибо, блядь, легко. Угу. Эй, будь начеку. Чем могу помочь? Когда этот артефакт уничтожили, он разорвал завесу между Азеротом и Темными Землями. Испепелитель, Шаломейн, шлем господства. Шлем господства? Ага. Да здравствует Седогриф. Шоколадное господство, а не шлем. Ну ладно. Чё, корона, не шлем? Я могу просто обновить все, что я это сделал, не перезагружая. Краснючие глазурки, блядь. Все вообще. Plot files. Нельзя, окей. Да можно AMG. Я бы хотел CSS обновить. Теперь AMG. Banners.
Итак, следующий скакун. Это следующий скакун или это следующий скакун? Вот, а я знаю ответ на этот вопрос. Тебя пошел человек-воин, неистовство стоит у тебя. Где? Вот попал. Касана из Лордерона, блядь. С какого-то нахуй Лордерона? Ты, блядь, с Кильталаса. Это кто? Я сейчас... Да ебошу. Блин, сам ничего. Еще под человека косят. Человек-орда, что, блядь? Что? Какой человек-орда, блядь? Повелительница зверей. Это все неправда. Костюм призрака. Это костюм. Поэтому пишется человек. Ну, кстати, мне упала броня из тыквовина на зеленого дракона. Например, если на меня сейчас наведешься, что написано? Значит, на эльфийка, блядь, написано. Костюм что? Броня на зеленого дракона. А мне? Садника упала. Ну что есть такая? А мне броню за этот. Что тебя интересует? За 30 тысяч монет. Что я смешного сказал? Там фестиваль ночных совухов через неделю. Лунных совухов. Пройдем. Че, поставь все, наверное, а то что-то не ищет тебя. Поставь и то, и то. Так. А что надо? Подожди, случайное подземелье путешествие во времени наложено? Мог не отменять. С одним без головы, да, и случайное подземелье. И то заведем. Подожди, вообще-то одно свелось. Ну теперь нажми еще раз. А ладно, похуй, пошли уже. Просто заводишь одно, а потом открываешь и точно так же второе заводишь сверху. Надо поделай вот эти звуки. Ага. Поделай звуки пиздатые, блядь. Мне сейчас охуенно эти звуки. О! Почему тут так много скелетов? Не знаешь? Не знаю. Что-то случилось, может? А что тут такая большая пачечка? Не знаешь? Что такая пачечка большая? Тоже не знаешь? Я вот, например, знаю. А крыс туда наебал. Варя.
Чё? А? Или чё? Привет, мне нужны смоточки. Сможешь мне дать по зязе? Нет. А чё тебе надо, блядь? Чел пишет, привет, мне нужны шмоточки, можешь мне дать по зязе? По зязе, блядь. Попишет. Попишет. Не знаю, хил наш. Тимми, блядь! А вот его. Теперь ты знаешь, что только такой Тимми. А, блядь. Первом этом, первом уровне, блядь, Зартаса. Ой, Зартаса ДК, там уже было Тимми найти. Когда мы бегали, помнишь, в стелсе? Или не помнишь? Что был первым или Зартаса? А, когда мы это, блядь? Зартаса уже ДК. Я понял. Когда мы бегали в стелсе, да. Это на самом деле долгие миссии, блядь, появляются сейчас в прокрасе, это пиздец. Блядь. Ну, блядь, они всегда такие были. Просто на высокой сложности оно подольше проходит. Блин, начал опять ходить пинать, блядь. Чё бы и нет. А ты напиши ему, не пинай, пузязя, блядь. Пузязя, нахуй. Че лучше все сбивать скиллы, когда он почти докастовал уже? Потому что он типа тратит время на каст, пока ничего не делает. А ты их разбиваешь в конце. И найс. И все прекрасно. Я сейчас дохну. Меня без движения. Допустим. Хотя мог бы и не шутить. Ну себе без оружия. Верните оружие. Я не говорю по-русски, блин. Я не его что написал. Пузязя, блядь. Anything you want? Что-то не убиваем? Убиваем, блядь, что за хуйня. Кто там шмотки просил потять, а, блядь, пусть все боссов убивают, блядь. За них дают просто еще эти штучки. Мало, конечно. Бля, чел, челы там дохнут, если что. Да, блядь, тут мудак я, ёб твою мать, ты, блядь, такой отошел, блядь, мне пизды дал, оттолкнул, блядь. Блядь, у них такая работа. И для этого и придумывали. Чем убили босса, нет, не понял. Да, блядь. Ты не... А вот он стоит. Где? А это он? Сегодня были зрения, а он там сдох. Потом сад не сдыхай, пузязя, блядь. Я пошел сдыхать, кстати. Классно, ну нет, пошли. Ебать, чел резнулся.
Что же они такие будут, алло? Здесь добежит. Ебать, ты придумал, конечно. Я? Yeah. Угу. Он придумал такого интересного. И что же он такого придумал, а? Этого помнишь, типа? Бальназар? Я его не помню, блядь. Тихонри я запомнил, блядь. Молганец я запомнил, блядь. Это помню, который жирный был. Не должен быть жирный. А может, может это не он, я не помню. Нет, там на А, блядь, какой-то был. Да? Угу. Может, это вообще другим. Починение, блядь! Нормально, хлоп. Принесите искаженный слиток. Ой, искаженный слиток! Ой-ой-ой, на базу. Дальше нужно шмоточки. Оп, блядь, не то нажал. Ой, блядь, сори, чуваки, блядь. Блядь, шмоточки. Бля, как жалко, нахуй, как похуй. Подожди, вот это убрать, нахуй, зачем это нужно здесь? Вот это убрать, да. Сейчас снова NPM run dev. Это пока заводи. Окей. Окей. Заводи то и то. У меня выйти из очереди написано, блядь. Ну, нажми, блядь, поиск группы. Нажми поиск подземелья, ага. Нажми всадник без головы. И это всадник был сейчас нажат. А, ну тогда найди, нажми не всадник из головы, а случайное подземелье. Случайное подземелье, выйти из очереди, мне написано здесь. Ты пьяный. Может, только рейды можно сделать? Ну, блядь. Не, ну ты, блядь, если ты не объяснишь, блядь, как это сделать, научишь, блядь, то я буду вот этот. Смотри, вот я тебе дал демку. Подсмотри. Ну да, ну так же должно быть просто этот. Может быть, это только рейды. Уж данжи нельзя. Да, ну райдер можно вон. Ну да, ну окей. Острова подождут. Садик надо убить, потому что там один, меня один раз остался убить, чтобы получить мандат. Кого? Типа за пять раз. О, вот как раз. Типа пять раз убить садника в течение такого вина. В журнале путешественника. Путешественника у нас, да? Блять, что-то там. Интересненько, ясно, ясно. Наш гильдий чай. Это ДД, если что. Который с нашей гильдии. И у него хп больше, чем у меня. А я танк. Упс. Упс, леди.
друзья, что ждет теперь на пустоши меня? Бля, женская маска гнома, нахуй. Я ебал, бля. Зато тебе ведь сладости дали еще, спасибо. Я открою в этом. Я открою прямо на празднование. Скорее всего, там уже, чтобы праздничное настроение было. Я пока не потрачу конфеты, потому что я куплю, если что, последний день просто до конца трансмог, если что, этого. Тыквенные сладости. 8 штук. Заебись. Кого? Голема уборочного. Да куплю. А эту кисю купи. Мне 200 конфет уже. Смотрим, сколько стоит, блядь, кисю. 150. Вот ту, которая типа на метле, она очень... Ты не делаешь пойти как битвы. Ну вдруг, если что, когда-нибудь. Это очень, очень пиздатый пэт. Остальные на них похуй, они ничего не нету. А вот это пиздатое. Так, блять. Я вот тут однажды не туда пошел. Могу сюда. И мне чел писал hello, вот так куда? Обычно. Не так, конечно. А что, друзьяшки, он с нами будет драться? Нет, друзьяшкам похуй, окей, даем, блядь, пойдем. Бля, принц Талтардин, блядь, ну, знакомое, блядь, имя, нахуй. За принц? Квавина. Что за лока, блядь? Помнишь, где я фармил, блядь, этого? Кто Рейна побивал, фармил? Угу. Пойти-ка себе дракона. Вот этот, блядь, талока. О, здесь забытый город. А кто убил Калю имени Тил вообще, кстати? Я. Я что-то удивился, что она, блядь, в итоге отрёкшаяся, блядь. А я не помню. Я что, тут не спрыгну, а, блядь, в середине, с того года. Ты получил достижение? Она в итоге самая симпатичная, блядь, из всех отрёкшихся в итоге, блядь. Ну она... Хотя там всё на следопытка была ещё неплохая. Сильвана? Не, это же после Сильвана идет. Там полардерон, так когда, блядь, конфеты скидываешь, ты видишь, какие там темные следопыты ходят. Там такие, блядь. Нет, это что, выучил тактику, как можно, блядь, если что, если начнут тебя пиздить, там, короче, за этим за человеком есть канализация. Вот в него прыгаешь, и просто плывешь вперед, блядь. Они перестанут за тобой идти. Охуенно, а я еще больше лучше тактику выучу. Поиск криво дерева, кстати. А знаете, еще лучше тактику. Давай. Просто на него, блядь, залазишь, на этого человека горячего. На него приземляешься. И все. И там его тушишь. Тут мы уже последнем босса тоже уходили, вот. Ну, знаете, мне очень понравилась эта линия квестов, я прям покайфанул. Какая? Ну, про отрёкшихся, она прикольная. Посидел, послушал, блядь. Интересно, диалоги. А что было, я не помню, с кем там было. Не с... А, не с, ну, типа... Не, не с Маев. В плане того, что Калия попросила у Гена помощи, она как бы не хочет к отрёкшимся, потому что они её не могут признать. И в итоге мы собираем всех отрёкшимся, там Лилиан Восс, Тёмную Следопытку, Аптекаря. А, да-да-да, всё, я вспомнил. И потом через Малдраксус, Чуму, Малдраксус, из Лордерона. Вот тут, по идее, надо убить вон тех челиков, чтобы прийти в центр. Я побежал тогда сразу сюда, мне чел пишет, ты куда, ебать. А чел другой пишет, что типа... Да тут не надо, тут только последнего босса убить, остальных не нужно. И я такой, типа, сонным ебалом такой, да, вообще-то.
последний босс. Видишь старый данжик, когда вот стоит какой-то, блядь, чилик, нахуй. Пусть найдя вообще под этим. А это, оказывается, босс. Е. Найс, все. Все, пока. А пока мы это, пока ты заводишь следующий данж, я беру, захожу папочку, а где NPM Run Build делся, блядь? А, он еще не закончился, что? Еще раз. Тут, ну, блядь, а нахуя вы там что заводите, блядь? И тут. Мертвые копия. А эти пещеры старые. Обожаю. Так, мне сейчас так не ебать. Речь нет. А он всех решил. Чё? Правильно, я же супер дан. Так это важно. Это важно. Что? Что важно, дядя? Я понял. Потому что у меня 25 миллионов урона, а у следующего челика 11. Не-не-не, вот так только проходить надо. Я не вижу. Не вижу где-то. За тебя стою, блядь, придурок. Так а что, если мы тебя сейчас тут наебашим просто? Конец данжа будет. А там, кстати, кажется, еще какой-то трансмог надо покупать в этом воплоте, блядь, темных следопытов. На какой-то такой говно набор на самом деле. Да, я его взял, мне он понравился. Я ради него, блядь, хантера создавал, в смысле, говно. А не, я создал хантера ради. Просто сейчас, типа, намного лучше трансмог, конечно, продается. Ну сейчас, да, тогда не было еще такого. Сука, не станет. Ой! Дура, блядь, вот у него стол сзади кастует. Это жена? А я, короче, рассагрил. Молодец. Ну, красавчик. Умирай, блядь. Кстати, и опять же, я что-то вчера пересмотрел опять трейлеры, блядь, дополнения Вовки. И, блядь, почему они реально, они же сделали кучу синематиков, ну, которые, если посмотреть все, там будут, там, почти 3 часа, все эти синематики. Что им мешает, блядь, хотя бы сериал сделать, блядь, по полчаса, блядь, одну серию, блядь, в таком же стиле. Я не понимаю. Ну, ну, знаешь, сколько будет стоить? Ну, у них 4 пиздатых вселенных, блядь, по которым, ну, стоит, блядь, сделать сериал. Ну, они решили, что не стоит. Бобби Котик решил, что яхта важнее. Если даже колдующий считать, то 5 вселенных, блядь. Ну, колдай, это не чисто, блядь, не чисто близзардская, конечно, понятно. Это не... Допустим, я бы с удовольствием посмотрел бы StarCraft сериал, блядь, потому что я не играл в игру, но мне интересна вселенная, блядь, StarCraft. Я тоже, я за сюжет вообще не шарю. Я знаю, что там есть Эриган и Рейнар.
я все же знаю. Корриган, я знаю Корриган, потому что у меня когда-то в журнале в каком-то была, блядь, про игры. У меня, блядь, не так много номеров этих журналов было, но там Корриган была, блядь. А, я новую еще знаю, блядь, новую все знают. Нахуй надо, продавайте, продавайте. Игры. Ну, вот ты тоже знаешь. Ну, да, знаю. Когда можно продавать этих, вон, за 99, за 90 евро, блядь, эту. Это же гораздо лучше. Первый, самый первый этот платный конь в Варкрафте, донатный, он принес больше денег, чем весь Варкрафт 2. Mm-hmm. Поэтому, блядь, ты понимаешь. Да не, просто как бы у ФНАФа уже вторая часть выходит. Дядя, одна лошадь из магазина. Больше, чем вся игра, блядь. Зачем делать всю игру, если можно сделать одну лошадь? Не, если фильм хороший, то, блядь, он может собрать миллиард, блядь, в прокате. Не. Он не соберет столько, сколько лошадь. А на это затрат намного больше. Мне кажется, по Таркову, блядь, быстрее какую-то хуйню выпустят, блядь, чем... Blizzard раздуплится о том, что они, блядь, ничего не сделают. Они же открывали какую-то студию, блядь. Киностудию, блядь, даже. Или договоренность у него была, блядь. Вот как открыли, так и закрыли. Блядь, да, они меня ебашат. Голем какой-то мелкий, блядь. А я не могу его. Я перегнуть его. Блядь, он просто идет мне ебашит, это пиздец. Ну. Льняная ткань. Это пиздец. И сразу столько воспоминаний, блядь. Заморозили. По Диабло, блядь, по Диабло такая пиздатая была бы. Сериал по Диабло, блядь. Это чисто сеттинг для сериала. Потому что в фильме вряд ли, блядь, можно все рассказать, чтобы они поняли, что там слишком много моментов. А вот сериал, блядь, сериал, мне кажется, самый идеальный, блядь, для таких тем, которых надо много чего пояснять. Разберетесь сами с этими. Обычно нам нужна эта штука, забрали. Пора убраться в справедливости нужен. Есть. Не на это, Кай. Гляньте, что там за шум. Вас атакую! Вперед, швабры лохматы! Сметем захватчиков! Ты швабры лохматы? Тебя. Кстати, про дополнение Диабло пишут, что оно пиздато сюжетно сделано. Но не дотягивает до Reaper of Souls, конечно, потому что оно короткое. Но сюжет неплохой, говорят. Дядя, они рекламируют этот, блядь, рассказывают. Вот, возвращение в детство, блядь, та самая классика, нахуй. Туда-сюда, блядь, а в итоге никакой для игры не сделали. Поменяли модельки, которые сделала третья, блядь, студия левая для них. И все. Все, что они сделали, это убрали из игры чуть. Убрали там ладер, блядь, потом его добавили. Убрали гильдии, убрали профили, блядь. Дядя, ну ты хуяришь меня, можно я пальню себе дам, блядь? Ну, какой, блядь, тут. Да, вы начинаете меня злить. Дай мне поебало, подойди, пока я встану здесь. Заебись. Перчатки вора. Нихуя себе. Блять, некуда класть, нахуй. Опа. Бля, на броне у меня же есть броня. А, нет, у меня броня слабенькая, но там крит урон броня.
хоть немножечко согрел. Здесь никто не пройдет. Бля, если бы Overwatch монетизировал весь контент, который люди производят, блядь, стиль 18+, блядь, на рыжем ютубе, мне кажется, они были бы миллионерами, блядь. На самом деле, Overwatch же, блядь, первое место занимает всегда, блядь, по похабщине, блядь, он даже выше Геншина. Никто не смеет бросить вызов, брат. Выше Геншина — это странно. Не-не, Дива, блядь, всегда будет на первом месте, блядь. Дива, вдова, блядь. Трейсер. Все вы трусливые псы. Вот липку я летал от липа, блядь, с лука. Это, блядь, нонсенс. Ой, бля, я кому-то передать решил хуйню. Сколько пирожка? Чертёж? Он ушёл, блядь. Нашёл сколько пирожка? О, уверен, сколько пирожка. Почему кока пирожка никто никогда не скипает? Вот все боссы скипают, тут кока пирожок, типа мы прошли уже данж, и приходят все, блядь, на кока пирожка разъебашить его. За что? Самый пиздатый босс во всем этом. Там я продаюсь. Не боись, не укушу. Кто-то уже все сады купил, блядь. Некоторые люди. И нахуя? Чем они занимаются дальше, блин? Так. Пусть душа меня. Сидим. Куда сидим? Да ты только что стрельнул по типу, блядь. Ты только что стрельнул по типу, блядь, сверху. Да. Понял, блядь. Больно. Собака не надо.
Чё так больно-то, блядь? Чё? Новое достижение. Блядь, вообще не всё. В смысле, против на подземелье только что было? Да, но ты видишь, по квесту надо ещё друг, блядь. Одного. Охуй, пошли дальше. Нахуй, сиамская кошка, блядь, нахуй ты мне эту кошку дал, блядь? Пися. Сука. О, блядь. О, блядь. Что не так, я не понимаю, блядь. Ну, это самый долгий данж, нахуй, это пиздец. Зато с него дают... Зато последний, кстати. Редкого маунта. Это последний же, по идее, у нас? Мы 4 прошли? Да. Да. А я побежал, короче, всех. Них поменяли. То есть дамага, блядь, классики вся хагрила, тут, блядь, за танкой нахуй не согрела. Вот хвали. Ну тут не всех, там он туда надо было вроде бы. Мы попробуем пройти, если мы просто заведем поиск на трон королевский. Рейд. Можно попробовать, да, пройти. Если мы просто заведем трон королевский рейд. Я не помню, правда, никакой еще босса делает уже. Я забыл. Я помню, что я ебашил мечом, блядь, того Рисана, нахуй. Чисто у меня сломался лук тогда, блядь. Это особенный человек. Ой, вот это больно кусает, блядь. Летучая, блядь, дождь. Умираю, не могу помогить, это не будет. Нахуя согрели этих всех типов? Я сейчас умру нахуй. Какая же мне пизда, анимата еще, заебись. Почему бы не навешать мне анимату? Я сейчас реально умру, блять. Алло. А, это все сдох. А как? Нахуя не? Нахуя не задних согрели, блять? Вопросы? Кто-то, блядь, я за тобой просто шел, блядь, я нахуй шаг в шаг с тобой хожу. Я согрел 3 карты, а нас в итоге хуярят 15 почему-то. Ну, блядь, непонятно. Смотри, как я вот так, блядь. На метле нельзя здесь? Нельзя. Малый бредный, а, это Малека и бредная, блядь. Нахуй нам этот паук? Ну нахуй тебе этот паук? Блядь, ну ебанулась или чё? Нахуй этот паук? Только честно. Подожди, это 22 миллиона хп карта. Это 22 миллиона хп карта, блядь, а что это за карта такая? Босс. Точнее босс. Чё не до знамени выступает? А вот эту хуйню кто-то убьёт, нет? Всё. Оп. Можем снова так же, как я вот сделал. Раз, два, и тогда и босса заберём всё. Нас иди нахуй. Не мог, да? Да горгулью убить, потому что он очень больно бьет. Ай. Не мог, да? Не могу подхилиться.
Потому что у нас хил есть, да? Даже есть хил, если что, он нахилил в два раза больше, чем наш хил. А я, если что, танк. Ой, пизда вам, мальчики. Бля, о, жаль... ебать! Ну-ка, блядь! Да, зал! Вы меня не пробиваете вообще, блядь. Ну хуй, я в кошку превратился. Блядь, сука! Кнопочка, блядь, секунду была, блядь! Хуй тебе, блядь. Сука, кнопочка то разрывного выстрела была, секундочка, блядь! Вообще не вывезли. Четвером. Бля, я так зарядился только что, сука, такой шанс появился. Пиздец. Я, знаешь, я на стуле расслабленно сижу, вижу, что под тобой красный, такой, так, все, секундочку, блядь, и пошел. Со всех стволов, блядь. Артиллерия в бой, блядь. Жестко ты. Вот бы у тебя такая мотивация была. Не сосать письку. Раз мы уже тут почистили немного, то мы сюда. Если бы у меня в команде Кирика играла нормально. Не хватай, так, да, меня на Кирика, блядь. Кого они там? Блять. Я ебал. Ну это пиздец. Хоть одну причину, блядь, зачем? Зачем он тут делает? Хоть одну нахуй причину, зачем она, блядь, весь, блядь... Не, пизда. Я нормально живу. Бьёшь сзади человека, ага. Вот из всех целей, нахуй, тебе надо было именно в меня мелить. Сетку кинуть, ебанат. И не мелил. Все цели ему надо было именно мне мелить. Бля, помнишь, я вчера завидел тему, то, что у нас эксперт в области, блядь, мужских отношений появился. У нас, короче, вчера малый, блядь, просто с нихуя решил спросить. Бля, мужики, а кто вот реально в ситуации... Ну, понятно, в какой, блядь, является этим. И Никита такой, ну, блядь, ну смотри, короче. Знаешь, блядь, как бороду почесал. Всю жизнь ждал, когда кто-то спросит. Олег просто выпал, блядь. Со стула? Говорим, сейчас выйдем, а там уже, блядь, чел с 70 бабами пиздится. Не. Ну, в паду заходить, ему это нахуенно. Закрывайте ворота. Подожди, возвратись к Критузаду, а потом что, компания закончится? Или там еще что-то дальше будет? Дядя, будет еще очень дохуя. Подожди, ну сейчас... А, ну еще не миссия колодца, то есть нам еще типа мы перед колодцем получается, то есть еще мы еще, блядь... Да. То что он пришли где-то одну восьмую компанию? Я не хочу назад смотреть, блять. Я знаю, что сейчас будет там. Я решил, я этих тоже смотрю. Блять, другой я прилетел. Я не могу прилететь далеко.
меня такая пизда. Да, она не хочет хилить. О, нихуя, она еще хилит. В смысле заперто нахуй? Заперто. Ты помнишь, как я почти в соло убил для челика? В рейде. Один остался. Ебать, было бы классно, если бы убил туда. Ого, этого, блядь? Вы дросили? Не, по-моему, это вот такой. Я не помню. Может быть, по-моему, мы бери. Там мы дрочили сильно жестко было. Там сильно сложно. Куча зачем следить надо было вообще. Никто не собьет, да, блять, пока у меня когда. Окей. Скажённый знак. Помогите, они забрали моего малыша Тимми. Не беспокойтесь. Я вернул его. Ты чё, вернул? Вернул. Какой ценой? Ценой всего. Мне кажется, на самом деле Артас такой дебил, блядь. У него было по факту всё, блядь. У него уважение ордена паладинов. Пиздатая девушка. Не было у него девочки. Но... Они так, блядь, гартовали только. Да, конечно, блядь, не. Это так, а не для вида. Да, блядь. Лука сзади сами убьете. Я пошел судью хуярить. Хотя, если учесть, сколько, блядь, у Джайна было в целом, блядь, связи, блядь, если в книгах посмотреть про нее. Лука. Если учесть книги, там 4 получается. Еще 2 было, блядь. Мимолетных романа, блядь. А кто второй, подожди? Артас? И еще кто? Кильтас. Кто? Кильтас? Я не знал про Кильтаса, кстати. Убьете уже этого паука ебаного или нет? Твою мать, я не могу, блядь, меня бесит. Это интересно, как... Да иди ты нахуй, поганище, блядь! Это интересно, блядь, про кого докельтался. Слышишь, а твоя мама что, повелительница плети? Нет. Да, откуда у нее такое поганище? Подожди, а как мне подо... Это в компании будет или, блядь, они как-то знакомы были, блядь? В компании не будет. Я не знаю сам, это вроде книги какие-то были, блядь. Ты мне скажи. Книги не было, книги другие были, блядь, отношения. Книги уже, блядь, перед этим было. Перед Буфа сюжетка идет. А. Перед Буфа, блядь, Кильтас давно уже, блядь, лежит это. Отдыхает. Перед БФА Кильтас уже на службе у Болвара, блядь, если что. Мы его встречаем по сюжетке. В этом Shadowlands. Значит, уже не отдыхает. Он уже ДК, блядь, давно. Я так хочу на экстрамас выпустили, чтобы пройти. Рейд. Столько раз там дохнуть будем, блядь. А чё сможем тут, блядь? Если будет это, Нексрамас, надо будет опять английскую озвучку ставить. Как ты задал озвучку ебичную тоже, блядь. Сначала этих, я не, блядь, вот там. Без мозла нежить. Это...
Тогда откуда? Ох, ебать тут, блядь. Ну, плохо, я броню не бафаю, я все кнопки, блядь, всю энергию на ДП отъебажу. Ты зашел? Да. Ну ты не зашел, блядь. Ебать, мне сейчас конь выпадет. Кстати, вот такой конь, если что, по-моему, нет? Он сейчас, или нет? Да-да-да, именно такой же, да-да-да. Ебать, тихо-тихо. Шоу, блядь, успокойся. Не шоу, как тебе говорится, блядь. А, нет, спасибо. Да. Нет, спасибо, я все. Банклир. Это. Наш бумс. Некуда класть. Некуда класть. Чикс. Твой час настал. Некуда класть. Да ёпта, опять подвеска упала. Ключ от города. Не надо, спасибо. Я знал, что тебе понравится. Тебе нужна подвеска? И вот прямо сейчас... 2400 универсальности и 1500 крит урона. 584 шмотка. Подвеска? Не, у меня скорость и искусность там. А у тебя что за шею? У меня крит и универсальность. А, имперский самоцвет? Подвеска с огненным осколком. Имперский самоцвет выпал тоже. Крит и универсальность. 193-го. 4 из 8. Не надо тебе? Ну, а еще если 591, то надо. Что мне 567-го. А, туда или сюда. Оно пишется, у меня, что у меня улучшение, но я так хочу, блядь. А, так подожди, это персональный, да? Не смогу его передать. А, да, я да, могу да. Передать. Ну, блядь, сори. Я хочу точности искусственно составить. Ладно, тяну. У меня нет больше этой кошки, блядь. Спасибо. О, нахуй. Блядь, отдай сер. Нахуя? Что, пробуем поскорее допройти эту залупу? Или нет? Давай. Или потом уже? Завтра. Когда обновится? Тогда начинай. Ну, начинай. Ты знаешь, как это делать, блядь. Нажимаешь имперский трон. Императорский трон, нажимаешь вступить, блядь. Все. Подожди, а Делик ты взял? У меня стоят Делики. Мой. Он все взял-то. Я не взял. Да-да. Седлайте скакунов. Пора испытать ваш зверинец в Яздомании! Не хочу седлать скакунов. Привет. Чем могу помочь? Чем могу помочь? Мы справимся. Как твой отец? Ты не понял, говорю. Ну, можно со всеми поговорить. Итак, следующий скакун. А дальше у нас
Так, отсюда все удаляем. С папочки диск перекидываем все сюда. А сюда мы перекидываем новый CSS файл. Следующий скакун. Что ты так зеваешь, блядь, заебал? Сори. Блядь, зевать нельзя уже. Нельзя. Я тебя забыл спросить. Меня? Да, тебя. О, я тебя нашел! Где? Я буду ругаться, если там что-то глупое. Это не я. Это питомец спутник. Это свинка. И вообще прикольно. А дед, может такой путь? Тики-тики, это луна. Где? Это тупица мелкая, это не луна. Тебя почему луна? А там не тупица мелкая, да? Что? Подожди. Охуенно. Все, блядь, цирк пошел. Идем на сцену выступать. Я подожду, надо другое. Еще секунду. О, блядь. Это тварь. Шторме. О, все. Пиздатый. Ебать, Дейзи, пошла, блядь. Самая быстрая Дейзи, если что. Блядь, только быстрый. Хорошо, блядь. Спинка пошла, блядь, догонять. Мистер Трубач не отстаёт. Все, да. Закончилось, блядь. Не свинка. Я с такими не разговариваю. А, все, восстановление в 10 минут. Тебе надо игрушку такую. Это надо чуть патиков попиздить. Самую малую специально понятно. Это вообще это не деньги. Я не думаю, что мы во вторник в 8 утра, блядь, найдем бреть. А дальше у нас. Вот было удобно видеть те рейды старые, там уже все знаешь, блядь. Уже если проебали, значит кто-то долбоёб, а не ты. А тут если проебал, то скорее всего ты долбоёб. И так от этого что-то, блядь, не хочется быть долбоёбом, знаешь.
Подожди, я загрузил сайтик, и что он теперь исправился вот здесь? Здесь исправ... Опа. Один хил остался. Остальных сколько? Итак, следующий скакун. Кто у нас следующий скакун? Буду ждать вас в следующем. А, нет, все правильно. Ох. Ну все, я все сделал, получается. Найс. Получается. Получается, что все сделал. Получается, все сделал. А это что такое, блядь? Ну вот как всегда, все сделал, а потом, блядь, а это что такое? Почему он наезжает? Мейтап. Удали. Удали, блядь. Еще лысый эльфика стоит, за что? Удали. А реально не хотел остался. Удали, блядь. А, подожди, починиться. Для друга Грумелей у меня есть множество... Пипин, блядь. Я купил такого или нет себе туда? Вот не хвостик. Надо еще с телефона зайти посмотреть, как оно работает. Что за пес? Собака. Это не собака, это какой-то... Или это собака? Это собака, это Тайвань маленький. Я не помню, что босс делает. Дядя, у меня Battle.net почему-то написано. Приветствую, гости всех видов и красок. Для вас припасли мы собрание сказок. На сцене сказителя выступит... Нормально, если я так приеду, да, буду бежать? Расскажет легенды о древних... напастях. Никто же не против. Ну примите, ну будьте, блядь, людьми. Два из трех хил. Если это тот хил, который только что нажал поезд, блядь, он не принял. Я его рот ебал тогда. Он не принял, да? Он не принял. Погнали. Я вообще... Важные дела. Его нельзя
Ебать, да тут, мне кажется, надо отойти. Нет, будь мужиком. На нахуй. Надо быть мужиком. Рано гибель. Мужиком, блин, только боимся. Ты сдох? Нет, живой. Ой, не только хилиться надо. Сто пудов сдох. Так, не хватило одного хила у нас. Я себя хочу хилить. Вообще не помню, что с ним делать. Пойная кнопочка нажала, он все выспит. Помнишь, что делает? Не помню. Я тоже. Съест магма. По челику, почему он не работает? Мне поджигатель! А по-моему, вот этих поджигателей надо хуярить. Сзади. Вон сверхжиру, блять, он кастует. Вон надо вообще пиздец хуярить. Его пиздец убивать надо. Ну, еще да, наверное, надо было. Какой у него левел у танка, значит, что-то другое. 72-й. Помогайте хозяину! Дети живого пламени! Разве не надо это впитывать вместе всем? Я не помню. Видимо, нет. Ты подошел, пизды получил. Я подошел к тебе, пизды получил, да? Там челики, блядь. Его убить. Новые челики призвались, блядь. Что делать, если у типа 2 миллиона хп, блядь, на танке только? Он умирает за 2000, блядь. Мне надо будет постоянно держать что-либо. А ну если я отойду? Я не знаю, надо их питать вместе или нет. А ну убить его резко. Сверхжиру, блядь, пока не кастану. Опа, кастану. Это я не могу перегрузить. Это чел просто без... Ебать! Без... Тебе обезвидовать, кстати. Я бы вышел. Воин огненных просторов, это ты? Рубача он хочет. Еще не будет. Сверхжира. Сверхпизды сейчас получим. А еще сверхздохл. Я воскресну по воле Рагнароса. Подожди, надо это. Блять, мне накидка у Саламандры такая же упала абсолютно. Это 90 уровня нужна тебе? Накидка. Да, плащ. Что дает? Крит и скорость. Скорость универсальность. Не, мне универсальность получше. Я пока не супер этот. Высокий шмот, и лучше универсальность. Криты потом. Вот этого челика убить. Подведу его поближе. Нажимай кнопку, а то как будто призы тут лучше получить. Бля, хил решил вообще не хилит, нахуй. Хил сейчас сдохнет. Надо добить его, прежде чем сдохнуть.
постов сенатора. Я сейчас умру. Я уже давно сдох. Бля, я что подох не единственный нахуй, кто может сбивать его. Почему никто ему не сбивает касты вообще прям? Прям вот вообще никто не сбивает. Убьет его хотя бы? Я. Или 1%. Найс. Еще не так, потому что надо пиздиться. Ну, это вот так хуярится. Блядь, бань. Почему, блядь? Почему? Кольчуга, штаны тебе нужны? 587-го. Крит скорость. 508-го штаны. У меня крит скорость, скорость передвижения уже. Них. Окей. Okay. У меня 587-го тоже. Кого потеряли? Поскорее, кто ушел? Хил? Два хила, да, хил съебался. Хил нужен, блядь, третий. Мы здесь такой пизды получим. Если мы этого мобчика, блядь. Придом. Куда ты собрался там? Но. Го, говорит. Ну, го, блядь. А теперь вы умрете от руки самого сильного слуги Рагнароса. Меня не остановить! Какая же мне тут пизда. А, да! А, да! А, да! Пизда, дядя. Начался лбо. Заебись же, блядь. О, подожди. Я забыл, что она это делает. Это какая пизда, дядя. Ну, нормально, не пизда. А что, просто, блядь, пусть рядом стоят, а это, они же получают усиление. И Тури сам получает усиление. Просто нет? Эй, такая пизда, дай я тебя подхилю тоже, блядь, чуть-чуть. Все. Подхилил больше не могу. Ну я тебя смогу резко, если что. Ну что, стоишь какой-то хуйней или что? Почему у тебя стакается столько? Как на этого? Я ничего не стою. Стаков. 173 тысячи урона от черной магии, блядь, раз в залупу секунд. Бля, я не замечаю, не заметил, что чего. Проебался. Надо бы по-хорошему кикнуть нахуй этого танка, блядь, из второго. Ой, себя кикни, черт. Стража, сюда! Огонь из глубин подчиняется мне! Так, идем за сзади. Мужички, кого там кто хуярит? Можешь, блядь, сюда подойти? Оп, теперь отошли. С меня спали стаки. Дядя, ну ты же умрёшь сейчас, ну нахуя так умрёшь?
как живой? Да. А танк наш сдох. Я лучше хила резну. Блять, не резну, уже хила. А вот умру, это да. Резну или хила? Я понимаю, что хочется леди походить. Ну, ебать. Возьми ап мне хотя бы 80-й. За день можно сделать. У тебя будет уже в 3 раза больше хп. Блять, шарики эти нахуй, это пиздец. А, куда жизнь идти? А, я... а, у меня 21 стак. А, тю, так не пизда. Никто не хочет переагреть, не секундочку, босса. Потому что я... Потому что мне, как бы, у меня 24 стака, блять. 2,5 миллионов урона от огня каждую секунду. Да, я не могу, блядь, никак переагрить. 2,5 миллионов урона. Животное не агрит боссов. Тогда понял, что я обратить не буду. Я не знал, что у тебя принципы. Нет, я не могу агрить больших боссов, типа, я могу переагрить пачку животными, но не могу агрить. Рестуй, блядь, танка нашего. Пожалуйста, переагри, дядючка. Поебать мне пизда, блядь, кстати. Нафиг переагрил, слава богу. Не, я про... нахуй. Я про принципы твои эти другие. Бля, надеюсь, он вытанкает. 3%. Давай. 2%. 1,5. 1. Он новинка. Е. Не, дядя, пизда, и тебе. Нет! Таурисон был великим благородным дворфом. Вы разрушили мою жизнь и жизнь моего ребенка. Что, никто не резнет, даже дядя, пиздец. Дядя, мне дали посох, который не теряет прочности. Тебе дать такой двуручный посох? Подожди, за... 607. Зачем мне такой посох? Подожди. Что ты имеешь в виду? Зачем мне такой посох? Может быть, себе такой посох? Если он не теряет прочности. Деньги, деньги, дреби, деньги, достижения. Получить 100 тысяч монет с добычи. Э? У меня разве не было этого еще? Ну, бред какой-то, 100 тысяч монет у меня вообще должен быть. Мне дали... Что мне дали? Мне дали искажение времени поиска рейда, рука правосудия. Если на персонажа атаки в ближнем или дальнем бою с некоторой вероятностью активирует быстрый удар, наносящий 28 тысяч урона. Ну, ты персональный, у тебя тоже позы персональные. Рука правосудия тебе дали? Да. Мне тоже только штуку. Мне 606 уровня дали. А вот мне дали. А, это ткань, блять. У меня кольчуга, короче, тебе только что на крите скорость 587. Нет, он не персональный. Я могу тебе дать посох. Универсальность 870 посоха. У меня персональный это что-то. Ну, видимо, у тебя посох, как у меня штаны вот эти. Не персональный, у меня штаны и ткань. Руки. Нет, а вот ты. Ну, посмотри. У тебя великое будущее. Блять. Чё, подожди. Вы можете передавать персональный предмет только тем, кто... Что? А, не персональный, да. Я никуда не тороплюсь. Я ставлю, может, передам кого-то, блядь. 568 уровня, у меня теперь шмотки уже. Ключугу надо будет передать этому. Хантеру своему новому. А ткань... Черная книжница. Еще увидимся. На бал скинуть. Всему есть своя цена. Это что за новогодний наряд такой?
елочку нарядили чисто. Ключи сдать. Ты собираешься болтать или работать? Блять, камни доблести. Мы выдержим, как и всегда. Верной руки и крепкого молота. А мы из-за того, что не прочитали рейд, у нас 40 ключей не набралось. А вот не выпал. Ого. Пояс 600-го левела. Найс. У меня 567-го. Чего? Ааа, блядь. Что такое? Сука, нахуй я это увидел. Еще покажет себя. Что такое, блядь? И вот прямо сейчас тебе полагается уйти. Что увидел? А что не так? А какие минусы? Да, вообще никакие вот. Кутира сейчас. Ему тоже хочется костюм Сильвана. Что, им нельзя? Нельзя костюм Сильвана, блять? Потому что он, видите ли, блядь, не оттуда родом. Нет, ты мне скажи. По пузу его пощёпал. Ой, ебать, меня сейчас трансфорк я добавил на себе. Нихуя себе. Это трансфорк. Я тут. При спину мою, блядь. Нихуя себе. О. Вот такой будет перезагрузка. А, сейчас перезагрузки такой, оказывается. Чего у тебя красные глаза, блядь? А чё нет? Ты меня пугаешь. Тут под сундуком скелет лежит. Наебись. Так, осталось 500 монеток получить. Еще зачем? Все, всю ловку. Ну, в этом месяце еще можно 500 получить монет. Отличный денек для новых покупок. Надо будет мага купить, скорее всего. И это обязательно взять. Я распевлитель огня. А, и хранительные штучки. Блять, столько всего надо взять. До скорой встречи. Надо выбирать что-то одно. Болтай. Объясни. Все? Ну все получается, да. Пока что. Можете ложиться? Да. Окей. Что тогда давай? Пока. Давай тогда. Давай. Вечером уже зайду. Вечером поздно ночью нахуй зайдет, блядь. Куда мы с Олегом уже сидим, блядь, материмся. Типа, где Ваня, блядь? А Ваня такой, мужички, да ёва, я выщусь. И Ванечка у меня. Все сказал? Да?
Тогда давай, пока. Давай, пока. Только ночь.